Здравствуйте, дорогие мои! Начала я новую бутылочку. Вот это фотография. Обычная матовая фотография на обычной фотобумаге. Вот такая бутылочка. Приклеиваю я все это на клей ПВА. У меня просто клей ПВА лак-расстроитель. Универсальный. Так, фотография высохла. Теперь покрываем ее акриловым лаком. На 3-4 слоя обязательно с промежуточной просушкой. Первый слой, например, вертикально. Второй слой горизонтально. Третий слой опять вертикально. И четвертый слой горизонтально. Обязательно сушим. Теперь все оставшееся свободное стекло оклеиваем салфетками, также на клей ПВА. Так, картинка высохла, салфетки высохли, все готово, чтобы накладывать штукатурку. Купила вот такую вот Ривьера, фактурная декоративная штукатурка с натуральными волокнами. Буду смешивать ее с разными цветами, совсем по чуть-чуть, Такие буду добиваться тона, как на картинке, нежные тона. Буду накладывать мастихином в разном перекрестном направлении. Ну что ж, штукатурка высохла. Она такая матовая на ощупь и бархатистая. Пробку я также, видите, обработала штукатуркой. Ее можно пошкурить, но мне больше нравится все-таки фактура. Самозатвердевающая масса DAS и молд. Буду приклеивать это на клей ПВА.
лепка высохла. Надо ее теперь сразу покрасить. Акриловую краску буду разбавлять водичкой. Картинки немножко вот какой-то желтоватый есть цвет. Чуть-чуть решила добавить капельку. Вот декоративная штукатурка Ривьера Клавио. Так, она немножко все-таки жидковатая. Вот. Чтобы ее загустить,
я добавляю немного крахмала кукурузного. Наверное, можно и картофельного. И тихонечко вмешиваю. Разделю на три кучки. Одна кучка будет белым цветом, другую я добавлю желтенький и третью оранжевый. Так, вот один цветок я уже сделала, крупный. Что-то похожее на пион у меня тут получилось. Делала первый раз. Вот. Поэтому, думаю, если набраться опыта, то будет получаться намного лучше. Сейчас я хочу сделать сюда цветок с листочками и сюда цветок с листочками.
Ну вот как-то так у меня получается. Теперь надо сделать листочки. Вот. И чем-то остреньким надо прожилочки сделать. Вот, ну и делаю. Здесь сейчас сделаю листочек, тут сделаю листочек, ну и здесь тоже. Так, ну вот, смотрите, что у меня получилось. Хочу напомнить, что я работала с этой штукатуркой первый раз. Может быть, у меня цветы не совсем правильной формы и листья. Но, в принципе, для первого раза, думаю, неплохо. Еще немножечко подтонирую, чтобы был в цвет моей вот бутылочки девушки, потому что цветок все-таки оранжевый. Вот, подтонирую. Ну все, будем ждать, когда высохнет, и продолжим. Вот этот подтонировала, побольше просто добавила оранжевый цвет. И сюда акварельным методом, то есть акриловую краску, развела водичкой. Чуть-чуть. Теперь листочки. Вот прям чуточку добавил оранжевый цвет.
Так, вот вроде я подрисовала цветочки. Теперь хочу сгладить белой акриловой краской, просто вот полусухой кистью. Чудо, кисточка мягкая. Покрываю всю бутылочку акриловым лаком полностью. Глубоко в цветы залазить не буду, мне главное концы, чтобы потом нанести патину. Бутылочка высохла, теперь я покрываю местами воском декоративным, темное золото, по-другому хайлайтер или патина. Наносить буду пальцем. Ну, что-то у меня подсох он. Решила немножко добавить бронзу, чуть-чуть. Бронза как-то поярче. Цветы не покрывала, передумала, начала, смыла. Так они свежее смотрятся. А листочки покрыла золотом. Вот так как-то получше поиграла это. Ну все, бутылочка готова.